Да? Так, доброе утро, страна. Маргарита, как тебе спалось? Нормально. Да, пошли одеваться? А у нее выход есть. Кто застукал в железку? Не знаю, кто стукал, где стукал. Вон там, где я спала. Да? А то, скорее всего, ты по батарее стучала. Иди сюда. Так, ну что, пошли одеваться, Маргоси? У меня Рекс еще. Маргоси сделали прическу, да? Перейдем в садик. Прическа называется. Я упала, синовала, тормозила, чем попала. Да? Нет. Хорошая прическа. А тормозила головой. Так, давайте одеваться. Антон Сергеевич, тебе что, шапку? Да. Уже нету Рекса. Пошли. Если а там под навесом, если что, стой и смотри. Хорошо, Антоша проверит, Маргось. Его уже нету. Если дядя Сережа завел машину, значит, уже Рекс загнали Рекса, понимаешь? Пошли, Маргось. Пошли вместе, пошли. Давай, ходим. В тюрьме? Так, сейчас еще смонтирую видео. Потом будем уже заниматься домашними делами. Сегодня у нас куча планов, как всегда. Сама еще не знаю каких, но... Блин, наверное. А сегодня же у нас еще и карате. Поэтому, в общем, будем заниматься. Я тут буду сейчас готовить пюре, чищу картошечку. А что-то меня не предупредили. И учим это, как его называют. Кубановидец. Лекарственные растения. Да. Да, я все. Из трех тем нужно одну, да, выбрать какую-то, пересказывать. Ну, я вот эту страницу. Хотя вот это одна тема. Ну да. Но я выбрал еще его. Так, и теперь будем... Остальные мы просто читаем, да, без пересказа? Ой, у меня уже язык болит. Григорий! Это только второй класс. Ну что, пюрешечка готовится, вернее, картошечка пока варится, подсолила водичку. Вот, и сейчас начну делать куриные отбивные. Вот у нас тут куриная грудка, я ее уже порезала на всякие кусочки, как получилось называется. Сейчас я их немножечко отобью молоточком, посолю, поперчу и буду делать такие вот куриные отбивные. Так, вот она, курочка отбитая, посоленная, поперченная. И сейчас сделаем ката на улице, а потом будем все это жарить. Жарятся мои отбивные. Сначала в муку, в яйцо, потом в муку. В общем, все как всегда, уже не первый раз так делаю. Обжариваю с двух сторон. И вот такие вот получаются отбивные золотистые. У Григория тут дом, план дома, да? Откуда заходить? Смотри, ты входишь, вот тут это, ну, туалет, типа ванная, туалет. Это просто такой как коридорчик небольшой. И здесь этот кухня. Здесь типа. Вот здесь кабинет. Что типа, за типа? Просто кабинет. Кабинет типа. Да, ну не типа. Опять это гостиная типа. Диван. Зала, да? Да, зал. Вот здесь это кладовка. А спальня? Ой, что я сказала? Вот спальня. Вот кухня. Вот зал. Вот. Не знаю. Кладовка. Наоборот. Понятно. Так, я отбивные почти дожарила. Еще одна партия осталась на одну сковородку. Несколько штучек. А пока пойдем на улицу сделаем ката, а то уже 11:20. Я не помню, я вам шапку показывала. Вот такую вот серую себе купила. Давай еще продолжаем. Давай еще по одному и пойдем обедать. Чтоб я посмотрела, хорошо? Это я руками это... Там у меня еще была запиночка, смотри. Когда ты... Вот, надо руку не... С которой ты ногу защищаешь. Угу. Ну давай оттуда начинай, вперед ко мне. Да. Ну, просто отсюда приду. А теперь оттуда. Тайтёк установи. Давай.
Вперед смотрим. Да. Че? Нет, ногу ровно. Угу. Давай дальше. Не резко. Вот. И ноги все в одну сторону. Вперед смотрят, да. Киките, держи. Че? Нет, нет. Еще раз, давай. Вот. Там маленькие шажочки. Нет, еще раз разворачивайся. Да. Угу. Нет, нога сзади ровная. Прямая сзади. Да. И опять ты шагаешь, она прямая. Ну, еще пошли обедать. Ой, сегодня опять пасмурно у нас. Даже очень. Так сейчас щеня пройдет, что ли? Да я даже не знаю, это где-то, да? Там далеко, на огороде. Сложила я яблоки вот так вот в банку, просто накрываю крышкой, они прекрасно хранятся. И сейчас еще одну партию буду закладывать в сушилку. Я, короче, думала, что успею сейчас новые яблоки порезать, пока Гришки не будет, но нет. Что-то или я перепутала, но у Григория, короче, 4 урока получается. Сейчас еду его забирать. Серо-серо у нас. Как будто вечер. Вообще ужас. Ой. Ну что? Ой. Хорошо? Привет. А что, сегодня 4 урока? Да. Это я что-то пропустила. Я думаю, что-то так быстренько. Ну, садись тогда, сейчас поедем за мальчиками. А что там за магнитики-то покажи? О, смотри. А как у Вовы вот это были с горячего плеча? А, которые соединяются? За 25 рублей. Угу, это где ты их купил? У нас? Вот здесь. В ларьке? Ну да, в ларьке. Думала забрать только Григория, но пришлось всех. И мужа пришлось с работы забрать. И мужа пришлось забрать, и детей забрать. И так как сегодня пятница, то каждый выбирал, что хотел. Антоха выбрал мороженое, да? А Фонька выбрал чупа-чупс и мамбу. Еще и чупа-чупс? Да. Жвачку это такая. А я Феррари выбрал, ты купила? Феррари? Да. Сегодня не та пятница, сегодня ж не черная пятница. Покажись, это что такое? Что? Антош, вот этого делать не надо. Антош, ты слышишь меня? Все, чтоб я такого не видела. Что мы будем сейчас смотреть? Майдадыр, да? А кто такой Майдадыр? Мальчик не купался? Нет. И это хорошо или плохо? Плохо. А надо купаться, да? Да, но надо. А ты любишь купаться? Да. Что тут делают? Все купаться, да? А что это за мультик у нас? Майдадыр? Да. Нет, это не Майдадыр, это какой-то другой. Надо сейчас Майдадыра найти, да? Да. Это какой-то про птичек, да? А, или про это, про Майдадыра? Да, это Адила. Майдадыра? А, вот, Майдадыр, Майдадыр, сынок. Вот, Адила.
Фонька говорит, сейчас я возьму книжку и покажу вам Майдадыра. А я тут режу яблочки на сушку. Так что, нету Майдадыра, сынок? Нету. Ну, мы тут будем смотреть, да? Давай одеваемся и едем. Так, зеленый человечек, иди играй. Что ты смотришь? Так, а я сейчас повезу Гришу на карате, потом приеду, а папа наш поедет на волейбол. Все, я уже дома. Что ты делаешь, сына? Закрыл уже дверь? Да. Хорошо. Когда папа будет колокольчик. Когда папа постучит нам, да? Да. Колокольчик. Ты потом откроешь, да? Да. Да. Пойдем. Пойдем. Так и мелю. Сироп? Пошли. Да. Так, а у нас сегодня голос вечером и еще пряничное настроение. Вот такое вот оно пряничное. Завтра еще вот эту вот девочку буду дописывать. А мальчик что тут мой делает? А ты так стреляешь? Он тоже Сергей. Ну все, нельзя в компьютер, папа сказал. Ну а я что теперь могу? А я что могу сделать? А ты что, не был в компьютере? И ты не был еще? Ну да. Пуля так стреляет. Три. Понедельник уже. Да, вот смотри. Ну вот выходные два, понедельник. Угу. Ты так стреляешь? Что так получается? Интересно, ты как придумал. Ты в лего? Сыночка, а ты что, решил поубирать, что ли? Да. Сам так решил? Да. Ты мой хороший, а как ты так придумал? Молодец. Карандашики только, наверное, оттуда доставай, да? А кто их туда спрятал? Это не ты? Нет. Она заплакал. Ты сам? Мне? Да. Давай я. Подожди, все скидывай, Лена. Папа, как же скидывать? Понял. Нет, свое постель находит назад. Ну что, на сегодня все. Идем ложиться спать. Дети сегодня смотрят мультики, как всегда, пятница. Вот сейчас там стелятся. А я уже написала себе такой маленький список дел на завтра. Уже несколько дней это пробую. Просто беру листик, ежедневник. У меня там еженедельник с фикс-прайса. И в него записываю прям вот так вот там пыль 15. То есть вытереть пыль за 15 минут. Прям засекаю 15 минут. И там всякие разные дела, что приготовить. То есть я уже с утра встаю и знаю, что мне точно нужно сделать. И завтра запланировала помыть микроволновку и помыть ванну. Так что завтра будем этим заниматься. Вот. И это, кстати, очень круто. Для меня это прям очень круто. Сразу вот эти вот все дела нужно переделать. И потом думать, что можно посидеть в интернете. Вот. Так что на сегодня все. Всем до завтра. Завтра будем мыть ванну и микроволновку. Пока!